Плакаты со стихами в подземке Екатерина заприметила не сразу. Поначалу подумала, на стенах вывесили произведения Шевченко и других украинских классиков. Среди авторов пытается найти знакомые имена. Ну, с этой стороны, честно говоря, мне неизвестные авторы. Внимание останавливает на стихотворении Юрия Андруховича «Ліпи» и зачитывается им. Місто, немов созір'я, як часто блукаючи йшли ми на світло домів, від яких не лишилося й каменя. Я коли прочитала, в мене аж мурахи по шкірі пішли, наскільки мені захотілося теж вийти на прогулянку наше місто. Навіть перейшла на український язик. Ознакомить иностранцев с поэзией стран-хозяек Евро решили сотрудники Польского института в Киеве. Плакаты разместили в самых людных местах принимающих городов. В Харькове стихотворение можно прочесть в вестибюлях станций «Газпром», «Советская» и «Академика Барабашова». Каждую страну представляет дюжина авторов. Среди украинских поэтов – харьковчане Сергей Жадан и Олег Коцарев. Последний он сейчас в Киеве рассказывает. Организаторы выбрали стихотворение Колыскова, хотя сам он предлагал другое. Поглянь на СБУ, вечірні і млосне. Всі фіранки жовті, а одна зелена. Я навіть думав для перекладу поміняти СБУ на КГБ, бо це більш інтернаціонально звучить. Ну, але щось, може їх СБУ налякало, не знаю. Сказали, що не можна, або ще щось. Ну, я жартую, насправді. Олег Коцарев говорит, в столице возле плакатов со стихами часто останавливаются и киевляне, и шведские болельщики. В Харькове же большинство пассажиров пробегает мимо рифмованных строк. Потому что бегу, спешу с ребенком всегда. А вот иностранные журналисты идею поэтической экспозиции в метро хоть и считают хорошей, но ничего удивительного в ней не находят. В берлинском метро тоже иногда появляются стихотворения немецких авторов. Это не новое для меня. Поэтические плакаты в харьковской подземке провисят до 28 июня. Екатерина обещает, обязательно прочтет все две дюжины стихотворений. Я считаю, что тот, кто это придумал, большой молодец. Григорий Пырлик, Виталий Осьмачко и Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».